необходимости или нет. Да? Можно так вести себя, можно по-другому. Наши решили, что в данной ситуации нужно проявить принципиальность, если, как мы считаем, нарушается суверенитет нашей страны, и западные дипломаты принимают участие в политических акциях в России, то это нарушает статус дипломатических работников или вмешательство в внутренние дела. Поэтому наши их выслали. В общем, понятная ситуация. Наши имели право так расценивать произошедшее. В общем, опять же, да, каждая страна принимает решение, как она считает нужным. Украина в свое время считала, что это нормально, когда представители Госдепартамента ходят на Майдан и раздают печеньки. В России посчитали это недопустимым со статусом дипломата. Поэтому у каждой страны свое решение, свой взгляд. Опять же, выбор своего будущего. Украина выбрала одно будущее, Россия выбирает другое.